Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Такая статья появилась в законодательстве Российской Федерации в 2015 году. Данной нормой установлена уголовная ответственность за управление транспортным средством в пьяном виде гражданином, ранее уже привлекавшимся за такое нарушение. Подробнее об этом нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. Управление автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского свидетельства на состояние опьянения, либо имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частью 2, 4, 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, законодателем предусмотрена уголовная ответственность, в том числе и лишение свободы на срок до 2 лет лишения свободы с правом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Хочу обратить внимание граждан на то обстоятельство, что отказ от прохождения медицинского свидетельства согласно действующему законодательству приравнивается к состоянию опьянения. В случае, если лицо привлекается в первый раз, указанное обстоятельство влечет за собой административную ответственность. В случае повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой уголовную ответственность, соответственно, предусмотренную статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.